Ой, диму, вообще нету. Да себе приготовить. Ну, доченька, доченька, уйди отсюда, доченька, чтобы снимать. Мираночка. Я бы сбегала сейчас, может, купила. Да. Жир, жир на батон вот так обмакивается, если будет капать. Хорошо? Будет такой слой такой, на, держи. Ай, с хлебом. Жар в себе. Согинайся на огонёчек, жар. Палочку берите. О, капай. А ну капай. Осторожно, он горячий. Ух ты. Потом чай попьем. Жарко. Вот так можно. О, лянь наверху. Я пока потяжелее, хорошо? Вот, смотри, вот те маленькие огонечки. Так, сушу. Так, а ты просядь. Вот. Ну, так шо ж ты? Давай наш хлеб избегать. А не будет. Надо было развернуться и шо избегать. Дочки не видно. Вероника, а вот попробуй отсюда зайчик, кажется, лучше. Надо раньше больше дымить, да? Смысл дым, дымится вообще. А, наш темный. А, хлеба хочется. Да, мне не хочется. С хлебом, да, какой-то? С белым, да, если он. Мы бы могли свою буханку взять, а то, что... Я а мы ж не знали. Мама кто-то сказала, что надо уезд. Мне кажется, хорошо. Она ничего не сказала. Кто знал? А, ну, что? Руки, да? Не, вон там. Да, че? А! Может, кушать можно? Мама, слушай, не поджарилась. Поджарилась? У меня еще нет. Мама, откусите. Осторожно. Все дружно. У меня холодно. Я черный. Все, я снег лягал, усну. Мама самая голодная. Как вкусно. Дочка. Так что есть? Нажал. Дома буду есть. Вот где откусил белое, можно еще поджарить. Ой, вкусно, да? Можете еще поджаривать. А, то, что где белое. Ага. Подвижу. Батон экономьте. Мало? Там есть, но тоже с маслом. А что ты не взяла батон? Я взял целый батон. Что ты за экономия? Надо было два взять. Ложки поджарить. Ты что, есть? Батон, наверное, с маслом. Вот. Угу. У меня тоже сижу. Ну, держи, не опускай вниз, попади. Ну, я лучше тут. Ну как? Лучше, чем дома на сковородке? Конечно. Спрос. А мы сниму с палочками. Я тоже. Снимай. Палочки вот здесь, в одно место. Возле сумки, нет. Возле сумки. Положи. Нет, наоборот, возле сумки. А потом сразу, да? Нет, не прям. Это же снег. Вот мое. Так, куда мы? Ложи рядышком. Рядышком. А я вот тут положу. Виталик, рядышком ложи, потому что... Мама, везде! Самый голодный. Вот, мое самое. А, не надо, птички надо, зайчики. Ага. Не будешь не лучше. О, Руслан, смотри, пожарная здесь. Где, пожалуйста, сало? Где пожарная? А, прошу, иди. А, Руслан, это доедай, хорошо, хорошо. На, ты так обжаришь, чтобы тепленько было. Может, хватит уже пожарить? Там еще один. Виталик, будешь еще? Виталик, ты что-то хочешь поджарить? Так? Да. Ай. Поднимай. Очисти. Аня. Да, очисти. Ну так это ж снежочек.
Что снег. Тут такого? Чистенький снег. На, держи. Что здесь такого? На, нацепь. Давай, где твои? На, мама, твою. Жарится, жарится, жарится. Я больше снимаю. Держу костер. Он даже не культурный. Костер. Думаю! Сумки шампура, смотри. Сумки торчат. Да. На следующие выходные опять пойдем, если будет погода хорошая. Когда надо уже идти утром лучше. Конечно. После обеда мы на свадьбе будем. Свадьба. Зайчик, несите. Надо обеда сходить, часть подействовать. Вкусно, дети. Батона нету? Там смотри, что должен быть. Что два кусочка должно быть. Хочу еще, мама, батона нема. Чай будем пить, хватит. Да. Мне сейчас надо один съела. А чего вы в гости вышли теперь? Что мы? Да. А некогда, твой же вот папа в Минске. Ты же так просто не походишь просто от ничего делать. Надо причина какая-то. Да. Идем. Да я не могу, я жарю. Вот от папы твоего зависит. Лёшки жарю. Около огня больше. А я не, а я на огне вкуснее получилось. Мне вкуснее обжаривает. Ты тоже в огне. А я ты не на огне. На настраиваешь камеру, да? Нет. Ну, лучше сядь, а снимать лучше. Я не настраиваю, ты же сказал, не надо. Надо настраивать. Чему ты говоришь? Обжираться пришли. А главное кино сняться. Ну что, сюда обжираться пришли? Да не приедем, пожалуй, сюда приедем. Если напредим, мы их закидаем огнем. Да. Машиной. Тоже темно. Палка же согнулась. Темно не может быть. Если светло, огонь. Темнеет. Уже 2 часа ночи. 2 часа и 21 минута. Ага. А мы все гуляем. Ага. Немцы наступают, а нам плевать. Американцы будут. Попробуй снять. Сейчас это... Титрами снятся, если где троится, двоится. Где три головы у тебя? Руслан такой румяный. Будет трое стоять. Ну меня снял, да? Ага. Тебя. Давай я. Все один. Всегда фильтр. Сейчас будет три Руслана, три Виталика и три чертовки этой. Ее звать Вика или Вероника. Забыл сам. Хватит. Шоу, дочка, нормально. Дочка, дочки, а дочки? Вероники. А где Русланы? Тут Русланы. А, у нас с мамой три хлопца сразу. Сыночек. Сыночек, постой. Все еще. Вы их знаете, снимается он в фильме «Один дома и две собаки». Новый вышел фильм. Собаки сдохли, а Виталика, видите, ну, размножили. Один Виталик и из них два киборга. Вот киборги стоят. Суперчеловеки. Они прыгают выше колена. Зайчьего. Это три костра. То есть мы начинаем сходить потихонечку с ума. И все хотят есть. И... А нам же еще в баню как-то. Ну, вот глянь, Виталик. Виталик. Мама, а. Виталик, еще раз глянь. Виталик. Сейчас смотри, а. Все. Можешь не смотреть. Руслан. Аглоед. Пять мам у нас. Вероник пять сзади, а как всегда задом стоит. Хороший батон. Черный пляж. Был белый, получился красный. Это снимает три костра. 40 минут уже сняли. Ну, сумку кладите, да? Пальчик. Темнеет, я потом... Темно-темно. Сумки выйдут.
Еще хочешь? Нет, я говорю, шампур же купить. Нет, все, один, два. Давай поджаришь. Да? Жирно хоть не будет. Поднимайся. Об себя куда вытираешь ручки, доченька? Ну, есть же снежочек, в снежочек можно ручки. А ты об себя. А я сниму, я уже. Мама, мама положит. Вон сумка туда. Вот. Давай тебе поджарим. А ты не знаешь. Охотники на зайцев. Сюда. Что? Что же? Пал? Не, рука. Это такой что? А, кукушник. Сын? Я-то люблю, чтобы теплее было. Капюшон. Хозяйка наша. Капюшон надеть. Теперь рука не фильтрует. Очень темная женщина, видите, как она темная. Да. Вот, темная, притемная. Сейчас мы ее сделаем светло, видишь? Все в воде. Благодаря светлому мужу она стала светлее немножко. А ну, гляньте, да? Вода капает. О, она уже переела немножко сала. Начала шевелиться. Это Виталик боком, он же тоже пьяный. От свежего воздуха. Да, свежий воздух, это вообще хорошо. Поздновато, но вот жалко вышло. Главное, что тепло. Нет, не нужно. Холодно. Ебался. Надо помыть руки, можно? Можно. Можно зайчиком взять? На снежочек положили. Бедным зайчиком есть и нечего. Тише, не болтай. Они на меня не держали. Да. Не, я не хочу кушать. Что? Ну, конечно, не хочу. Жару ешь. Ну, я дома съем. Не хочешь?